Всем привет! Пошли прогуляться в солнечной Анапе. Блин, дубак достал уже. Это уже Англия какая-то. Вот влажность сейчас высокая. Холодно. Промозглая. Ой, когда тепло-то будет? Такое ощущение, что этот тот прошлый год еще не закончился. Ой, магазин еще надо зайти. Сейчас пойдем посмотрим, что там у нашего дома творится. Тут как-то на днях ходили, к вечеру уже дело было, в шоке были. Сейчас проверим, убрано там или нет. Ветер холодный. Приезжайте в солнечную Анапу. Ух, изо рта пар идет. И в аптеку, да? Да. Перчатки на дашь. У меня руки замерзли вообще. Такой холод. Нет в сумке. Ой, вообще жесть. Ой, вот. Зима. У девятки уже восьмой этаж выкладываю. Ну, выкладывают, или как тут сказать. Составляют лего. Или как назвать? Да, да. Собирают, в общем. Ой, как прохладненько. Сегодня никого нету на улице. Чем траве одной расти, что-то доброе посадить. Ой. Все меня спрашивают, многие пишут, когда нам дадут ключи. Я столько же знаю, сколько вы все. У застройщика впереди законных 3 месяца. За эти 3 месяца вообще не звоните, не спрашивайте ни у кого. А вот как истекут они, если они еще не сдадут, ну, ключи не дадут, вот тогда начинаете бить тревогу. А вообще здесь вовремя, вот сколько мы живем, да, этот застройщик сдает вовремя, вот 8-ку даже раньше, да, на месяц сдали. Сейчас вот 3 месяца вообще вот просто ждем молча и все. В чужие квартиры не пускают. Меня просили туда-сюда сходить, в чужие не пускают. Мы ходили смотреть только свою квартиру. Там прям называешь у этого, у охранника номер квартиры, все, все. И только тогда он пустит. Ну и то сейчас не знаю, пустит или нет. А чужие нет, ни в коем случае. Вот он. Кто он? Наш дом. Вот дом наш. Он на месте, никуда не делся. Вот девятка торец. Не торопятся они абсолютно. То есть вот эти
как они называются, подъездные? Вот. Ну, я не знаю, как они называются. Ну, что-то там, где это уже... Ну, это же, если... Кстати, вон двери всякие какие-то привезли, значит, будут вставлять. Все, двери привезли, все ну, сделают. Там, сейчас поближе подойдем. Одни секции. Вот сразу смотрю, мы приходили тут на днях, вот следы детской обуви. Есть дорожки, да? Нормально, дорожек сделано. В общем, всего нет. Ходят дети по... Ну, в общем... По земле. По узеньким вот этим вот выделенным, как говорится, для озеленения тропкам. Вот, пожалуйста, все в следах. Мы, говорю, тут на днях приходили, и меня возмутило то, почему убрали забор. Здесь такой срач был, просто невозможный. Я ушла, я в шоке в каком-то вот пребывала. Сколько мы живем здесь, вот, ни у одного дома так не делалось. Ну, наверное, вам приятно было бы всем новым вот жителям, да, въехать, чтобы чистый двор был, все было чисто. Здесь вовсю гуляют мамы с детками. Я не понимаю вот этого. В общем, у нас здесь проходной двор. А у нас здесь, говорю, просто проходной двор. Вот абсолютно. Вот все истоптано. Вот почему? Вот хотелось бы позитивное видео снять, но никак не получается. Неужели места мало вот там, на площадке? Надо здесь все истоптать. Да, закрыли эту. Там. А то действительно, тут же прям. Как у себя дома? Ну, вы когда вот свои дома, единица, первый литер, третий, вот у вас же никто не ходил, не топтал ничего. Вот здесь вообще прекрасно было. Я ушла, меня чуть не стошнило. Сходил, видимо, тут приспичило ребенок, сходил. Целую кучу была навалена детского дерьма, простите, бумажки вытирали, как ребенку попку. Почему у нас это позволено? Почему все открыто? Не знаю, вот я возмущаюсь. Я бы хотела переехать, чтобы чисто было. Да, кто-то скажет, да все уберут, да все на свете. Ну, то ли уберут, то ли не уберут. Можно не гадить сейчас? Это я обращаюсь вот к мамам и деткам вот из этих литеров. И не ходить по... Это, есть место, где ходить. Так, ну и что тут? Вообще еще привезли, видимо, подъездные. Очень неприятно. Прям проходной двор стал. У каждого литера свой двор. Здесь это не общий двор. Если бы застройщик хотел сделать это общим двором, то все планировалось бы не так. Не было бы у каждого литера вот такой вот клетки, да, вот этой вот площадки. Все индивидуально. Вот и все. Все вот в грязи, все. Главное, ничего не убирают с собой. Так, это у нас наш подъезд. Что-то они там делают в нашем третьем подъезде. Там в первом и втором там что-то делают. Двери вот какие-то, что там это,
где-то выдернутые двери какие-то с одной. Там? Ну а что, у них 3 месяца, они не торопятся, что? Я вот смотрю, и как же будут ноги того круга? Какие? А что, что, где, что с ними не то? Ну вот, это у нас 3-й подъезд. И что? Что с окнами не то? Я потом... Ступеньки сделали, здесь все замазали. Ой, такой холод вообще невыносимый просто. Даже не ожидала, что так холодно. Вот, пожалуйста, вот проходной двор. В нашей пятерке прямо вообще будет супер. Или я там привыкла, вот в семерке мы уже 2-й год живем. Там нет такого. Все чисто, все это. И заборы убирались уже, когда ключи давали. Почему здесь убрали все? Я не могу, меня это бесит. После бомбежки. Все в грязи, все. Ну кто это все будет убирать, я не знаю. Сосенки радуют, красивые. Так, крымские сосны, они невысокие, растут очень красивые. Ой. Ну, весь народ ходит. Был бы забор, не ходили бы. Прям проходной двор. Так что за 3 месяца я не знаю, что здесь еще будет. Ну, в душе надеюсь, что уберут это все перед выдачей ключей. Не просто в грязи, уже исцарапанные эти. Ну вот это уже же исцарапано. Покраска. Ну вот хочется, чтобы... У меня-то, слава богу, дети взрослые, ребенок взрослый уже. Ну, вашим детям тут кто? Вся эта вот уже... Уже не все не свежее будет. У каждого двора есть детская площадка. У каждого. Но сколько мы вот здесь вот приходим, постоянно толкучка здесь. Почему? Нам тоже хочется переехать, чтобы было все новенькое, чистенькое. Но, видимо, не судьба. Ой, руки замерзли, как будто снег на улице. В общем, не такое у меня немного негативное видео, скажем. Я не знаю, не нравится, не смотрите. И потом в группе не надо обсуждать на меня там, что я там недовольная чем-то. Я это все читаю. Вот.
вот. А кто будет доволен грязью вот этой? Ну, если вам нравится в грязи жить, то я понимаю. Я не привыкла. Вот так вот. Не торопятся они. Но в любом случае сдача будет вовремя. Об этом не переживайте. 3 месяца впереди. Вот как все раскидано. Я не хочу уходить улыбаться тому, что мне не нравится. Домой вообще такой холод, ну реально где-то снег выпал. Вот хочу сказать, 8-й литер, чистота и порядок, забор до сих пор не убран между вот 7-м литером и 8-м. Ну да ладно, вот вы знаете, вся стройка вот этого дома, она происходила на наших глазах. И вот туда даже бумажки какие-то, когда вот ветер раздувал, да, летом особенно, залетали, все это убиралось тут же моментально. Все чистенько, все хорошо. В нашем дворе, ну как, пока мы здесь живем, все чисто, аккуратно, нет никакой грязи. Что, вот, ну правда, обидно стало, почему там-то так, дом еще не сдан. И все уже загажено, все уже исцарапано. Ну как так-то? Еще раз всем приветик. Пришли, отогреваемся. Прям вообще вот прям холод невозможный. Ну, весна нынче где-то задержалась. Ну, в общем, пришли, думали, что... Ты когда мы с тобой были? Не помню. Ну, 2 дня назад. Думаю, придем, может быть, уберут все. Сегодня пошли. Ничего подобного. Ну, вот как вот вы на это смотрите? Вот вы приезжать будете? Вот сейчас просто люди ходят вот. Все люди ходят там, просто проходной двор. И все почему-то мамы с детьми. Очень много в этом дворе. Ну, на детской площадке. Да было бы не жалко, ради бога. Ну, так вы убирайте за собой грязь-то. Ну, наверное, я не знаю, я считаю права. Просто я наблюдала, вот, говорю, стройки. Вот рядом 8-ка. И тут вот 7-ку для покупателей мы ходили постоянно, снимали, как здесь дела продвигаются. Всегда от строителей столько мусора не было, сколько грязи сейчас вот на дворе у нашего 5-го литера. Не знаю, неприятно очень. Есть у каждого своя площадка. Гуляйте на своей площадке. По крайней мере, пока дом не сдан. Я так считаю. Про мои недовольства. Я говорю правду. То, что я вижу, то я говорю. И если вы там вырываете какое-то что-то там из контекста, там где-то я что-то, мы недовольны, что площадки не на солнечной стороне. Ну, значит, вы так видео смотрели. Подошел мужчина из 3-го литера. Еще только это посмеялся. Вы, говорит, не меня снимаете? Я говорю, нет, говорю, не вас. Я говорю, свое будущее, вот, двор, дом. Ну и разговорились. Его мнение было. Зачем ты оправдываешь? Я не оправдываюсь, я просто поясняю. Его мнение было. Зачем вы настроили столько вот этих клеток?
ну, коробок вот этих вот, для, как они называются, не знаю. Спортивные. Спортивных. Друг на дружке. А парковок нету. Это вот было мнение мужчины из третьего литера. Вот и все. Я просто сказала, ну да, можно было какую-то сделать одну большую для всех, ну, трех литеров, да? Места бы и для машин больше было, и как-то так вот. Ну, говорю, я ему говорю, ну, по-нашему же все равно не сделают. Ну, сделали, как сделали. Вот. И я просто сказала, что, говорю, солнышко, говорю, сюда, говорю, попадать не будет. На площадку, немножко, да, бы, маленько-то. Я не говорила, что дайте детям солнцепёк. Угу. Не надо утрировать, пожалуйста. Просто хоть немного, чтобы... Там солнца и с утра не будет, не ждите его. Мы специально себе выбирали квартиру, чтобы солнца не было вообще ни с утра, ни после обеда, ни это. Мы здесь живем второй год в седьмом литере. Все исходили и специально выбрали этаж и все на свете. Чтобы только солнца не было. И не надо, говорю, за спиной... писать там что-то. Ну, в общем, я в группе в этой есть, по литеру, в литере пятому. Я думала, там будут обсуждаться какие-то насущные дела. Там всякое, вот все, что не попадя, все скидывается. Все, что надо, не надо. И надо, и не надо. И я не знаю, может, выйду со временем. Вот знаете, как бабки на лавке сплетни сидят, собирают, и вот то же самое я бы сказала про эту, про группу. Обижайтесь, не обижайтесь, это правда. Один услышал это, все перевернул, высказал уже в своем понятии, как он понял, тот переворачивает все по-другому. Ну, в общем, вот так вот. Такое сегодня у меня видео. Кому не нравится, не смотрите. Это мое мнение. Вы же имеете право на свое мнение. Я тоже. Вот и все. А ходить и улыбаться, как дура, блин, что все прекрасно и шикарно. Если это не так на самом деле, я не буду улыбаться. Если грязь, я сейчас кроссовки отмывала. 2 часа, наверное. Это... грязь, а с площадки понатаскали. Все вот эти, говорю, узенькие клумбочки, там дорожки, там все сделано, где проходить. Нет, все ходит по этой земле, все поистоптано. А у меня в планах такие, такое, говорю, розы дорогие, какие-то красивые купить, посадить. Не ширпотреб, а красивые, ну, коллекционные, потому что когда-то имела свой сад, и занималась этим. Ну, так думаю, не знаю, не знаю. Проходной двор просто. Ну, а по поводу ключей, вы не переживайте. Все будет вовремя. Ну, если он не получится у нас на месяц раньше, как у восьмерки, ну, не беда, подождем еще. Сколько мы, говорю, третий год живем в Анапе, да, вот принимали вот эту квартиру для этой... ну, хозяева живут в Владивостоке. Вот. Наблюдаем, как бы рассматривали вот именно Гаргипию, да, выбирали, что про застройщика, ну, что, ну, не было вот, чтобы они задерживали что-то. Так что у них впереди 3 месяца еще. И все они успеют сделать. Вот. Просто мне очень жалко, что наш красивый двор приходят, обгаживают и ничего за собой не убирают. И зачем убрали забор? Вот. Вот все мои недовольства. До сих пор стоит. Вот. А между вот седьмым литером и восьмым до сих пор стоит забор. Очень неприятно. Если вы, мамы, приходите со своими детками, следите за ними. Они просто... болтаете, они где-то, где попало, лазят, там кто-то обгадился, все это, ой, ну вообще не знаю. Ну, в общем, ждем. Дальше, если будут какие-то новости, я не знаю, у меня, в принципе, будет возможность, я зайду к человеку из строительной этой компании, спрошу,
если будет возможность. Она, возможно, в отпуске сейчас. Если нет, то нет. Как дела обстоять будут дальше? Ну, мы примерно вот по этому дому, по восьмому, мы уже, мы знаем, когда, чего и как. Так что все ждем спокойно, не переживайте. Сегодня вот, кстати, там ходил мужчина по дому и у всех проверял эти на балконах, в общем, ручки на дверях, на балконах. Ну, а эти вот, которые входные, как их назвать, как забыла слово это, еще не сделаны. В общем, я не думаю, что работы слишком много, но есть работа еще. Но впереди 3 месяца. Всем всего доброго желаю, тепла и добра. Всем пока.